Ясень, да? Вот да, это ясень. Такой. Это наверное, тоже ему лет 200, да? Да, ну посмотрите по стволу. Да. Так, и вот мы смотрим с вами на удивительное дерево. Идите сюда. Ну, до самого низа мы потом подойдете и будете фотографировать. Значит, вот так. Это дерево, вот оно, наклоненный ствол, так. Струящийся ствол. И очень красивая, как кружева. Крона. Это хвоя. Хвоя, да. Это хвойное дерево. Называется таксодиум. Таксодиум. Такси. Так легче. Как бы латинское название, да? Да, вы правы. Это латинское название таксодиум. Значит, чем отличается это дерево? Оно, некоторые говорят, болотный кипарис. Эти ботаники, даже в книгах. Но это не совсем правильно. Таксодиум. Запомните, будете знать. Такие деревья, красавцы, есть возле большого озера в Алупке, где лебедь плавает. Знаем. И есть такие очень красивые экземпляры в Нижнем парке. Это если спуститься от этого дворца на нижний ярус, вот там очень красивых три таких дерева, могучие.